Сотрудники ГИБДД на Киевском шоссе города Смоленска задержали 19-летнего местного жителя, у которого обнаружили сверток с тремя расфасованными полиэтиленовыми пакетиками, содержащими порошкообразное вещество темно-зеленого цвета. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является смесью общей массы около полукилограмма, в состав которой входит наркотическое средство метилэфедрон. Задержанный подтвердил, что наркотик был приготовлен для дальнейшего сбыта. Следователями УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, а также частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.